В этом видео страдательный залог во все времена, где он употребляется, общая формула для всех времен пассивного залога, сравнение страдательного пассивного залога с действительным активным залогом, примеры в утвердительной, отрицательной, вопросительной форме, а также времена и глаголы, которые в пассиве не употребляются. Существует единая формула для всех времен passive voice. Это глагол to be плюс participle to. Во всех временах неизменяемая часть – это participle to, то есть третья форма глагола, и меняется глагол to be. Сейчас перед собой вы видите таблицу из двух колонок. Слева active voice – действительный залог, и справа passive voice – страдательный залог. Примеры, examples. I send emails. Я посылаю мейлы. Passive voice emails are sent by me. Имейлы посылаются мною. You fix cars. Ты ремонтируешь машины. The cars are fixed by you. Ремонтируются машины тобой. Или машина ремонтируется тобой. He grows flowers. Он выращивает цветы. The flowers are grown by him. Цветы выращиваются им. She composes tests. Она составляет тесты. The tests are composed by her. Тесты составляются ею. Someone often brings laptops to college. Кто-то часто приносит лэптопы в колледж. Passive. Laptops are often brought to college. Лэптопы часто привозят в колледж. They paint their rooms. Они красят свои комнаты. The rooms are painted by them. Комнаты красятся ими. А сейчас мы переходим к страдательному залогу в present simple negative form. В простом настоящем времени отрицательная форма. Формула. Глагол to be, как всегда, без частицы to, разумеется, плюс отрицательная частица not, плюс participle to. Participle to – это третья форма глагола. В колонке это будет третья колонка. А теперь переходим к примерам. Мы с вами сейчас видим опять две колонки в таблице. С левой колонки, в левой колонке действительный залог, и в правой колонке страдательный залог, passive voice. I don't send emails. Я не посылаю мейлы. Emails are not sent by me. Мейлы не посылаются мной. You don't fix cars. Ты не ремонтируешь машины. The cars are not fixed by you. Машины не ремонтируются тобой. He does not grow flowers. Он не выращивает цветы. The flowers are not grown by him. Цветы не выращиваются им. She doesn't compose tests. Она не составляет тесты. The tests aren't composed by her. Тесты не составляются ею. В этом примере у нас contracted form, сокращенные формы вспомогательных глаголов. Does not, doesn't, are not, aren't. Next example, следующий пример. We don't bring laptops to college. Мы не приносим лэптопы в колледж. Passive. Laptops aren't brought to college by us. В наше время present simple questions. Вопросы. Passive voice. Страдательный залог. Are they invited to the performance? Yes, they are. Их приглашают на спектакль? Да. Are they invited to the performance? Yes, they are. What is this cake made of? Из чего сделан этот торт? What is this cake made of? When are the items usually brought? Когда обычно приносят эти предметы? Items могут быть и товары. When are the items usually brought? How are videos made? Как снимаются видео? How are videos made?
Where are cars designed? In Japan. Где сконструированы автомобили? В Японии. Where are cars designed? In Japan. Why are cars designed in Japan? Почему автомобили разрабатываются в Японии? Why are cars designed in Japan? What computer game is played most in your country? Какую компьютерную игру чаще всего играют в вашей стране? What computer game is played most in your country? What goods are imported by your country? Какие товары импортируются вашей страной? What goods are imported by your country? What goods are exported by your country? Какие товары экспортируются вашей страной? What goods are exported by your country? What goods are exported by your country? Мы продолжаем задавать вопросы. Время наше. Present simple tense. Passive voice. Are emails sent by you? Yes, they are. No, they aren't. Мейлы посылаются вами, тобой? Да. Или no, they aren't. Нет. Are emails sent by you? Are emails sent by you? Where are cars fixed? Где ремонтируют автомобили? At the garage. В гараже. Where are cars fixed? Where are cars fixed? At the garage. Why aren't cars repaired? Why aren't cars repaired? They are too old. Почему не ремонтируют машины? They are too old. Они слишком старые. Why aren't cars repaired? They are too old. Why aren't cars repaired? They are too old. What laptops are bought for college? The best ones. Какие ноутбуки покупают для учебы? Лучшие. В данном случае вы видите слово once. Это слово-заменитель для того, чтобы еще раз не говорить, какое слово? Laptops. Ноутбуки. Лэптопы. What laptops are bought for college? The best ones. Значит, лучшие ноутбуки. Once ноутбуки. How many buildings are built in this town every month? Many. Сколько зданий строится в этом городе каждый месяц? Много. How many buildings are built in this town every month? Many. How many buildings are built in this town every month? Many. Сейчас наше время. Past simple tense. Passive voice. Страдательный залог или пассивный залог, как его еще называют. Образуется при помощи глагола to be в прошедшем времени. Это будет для единственного числа was, для множественного числа were, плюс participle to, то есть третья форма глагола. В таблице неправильных глаголов это третья колонка. Итак, примеры. I checked the test. Я проверила тест. Или я проверил тест. I checked the test. The test was checked by me. Тест был проверен мною. The test was checked by me. You invented new device a month ago. Ты изобрел новое устройство месяц назад. You invented new device a month ago. Это действительный залог. В past simple. А теперь страдательный passive voice. A new device was invented by you a month ago. Новый прибор, новое устройство было изобретено тобой месяц назад. A new device was invented by you a month ago. Next. Someone hit the boy yesterday. Кто-то ударил мальчика, бил мальчика вчера. Someone hit the boy yesterday. Это действительный залог. Active voice. Passive voice. The boy was hit yesterday. Мальчика вчера били. The boy was hit yesterday. The boy was hit yesterday. Next. She prescribed a new drug to her patient. Она выписала новый медицинский препарат своему пациенту. Это действительный залог. Past simple. She prescribed a new drug to her patient. И passive voice. Past simple.
Her patient was prescribed a new drug by her. Ее пациенту выписали новое средство медицинское. Выписано оно было ею. Her patient was prescribed a new drug by her. Ею было выписано новый медицинский препарат. We planted the flowers. Мы посадили цветы. Это действительный залог. Past simple. We planted the flowers. И страдательный залог в past simple. The flowers were planted by us. Цветы были посажены нами. The flowers were planted by us. Сейчас перед вами passive voice, negative form, отрицательная форма. Past simple. Examples, примеры. I didn't shoot videos on games. Что здесь изменилось? В действительном залоге didn't, contracted form at, did not. Сокращенная форма didn't. То есть вспомогательный глагол did и отрицательная частица not. И потом идет инфинитив без частицы to. Это действительный залог. Active voice. I didn't shoot videos on games. Я не снимал игровые видео. Passive voice. Game videos were not shot by me. Игровые видео не были сняты мною. Game videos were not shot by me. Next. You didn't clean the car yesterday. Это действительный залог. Past simple. You didn't clean the car yesterday. Ты не помыл машину вчера. И passive voice, страдательный залог. The car wasn't cleaned by you yesterday. Машина не была помыта вчера тобою. Bill didn't give me the book. Bill не дал мне эту книгу. Bill didn't give me this book. И passive voice, страдательный залог. This book wasn't given me by Bill. Эту книгу мне не давал Bill. Эта книга не дана была мне Биллом. She didn't break the window. Она не разбила окно, не разбивала окно. The window wasn't broken by her. Окно было разбито не ею. Еще раз. She didn't break the window. She didn't break the window. The window wasn't broken by her. Next. We didn't send messages yesterday. Мы не посылали месседжи вчера. Passive voice. Messages weren't sent yesterday. Месседжи вчера не посылались. Last sentence. They didn't paint their room. Они не красили свои комнаты. They didn't paint their room. Они не совершали какое-то действие. Это действительный залог. They didn't paint their room. И страдательный залог. Their rooms weren't painted by them. Их комнаты не были окрашены ими, покрашены ими. Their rooms weren't painted by them. Past simple passive voice questions. Вопросы. When was the bag found? An hour ago. Когда нашли сумку? An hour ago. Час назад. When was the bag found? An hour ago. Why weren't the windows cleaned? Почему не помыли окна? The cleaning lady got sick. Уборщица заболела. Why weren't the windows cleaned? The cleaning lady got sick. Was the casualty seen by the police yesterday? Yes, the police saw it. Несчастный случай был зафиксирован полицией вчера. Yes, the police saw it. Да, полиция видела это. Were you given a car for your birthday? Тебе подарили машину на твой день рождения? No, I wasn't. Нет. Were you given a car for your birthday? No, I wasn't. When was the plane hijacked? 2 days ago. Когда угнали самолет? 2 дня назад. When was the plane hijacked? 2 days ago. How were you treated by the host? Kindly. Как с тобой обращались? Как тебя приняли? Принял хозяин.
Kindly, любезно. How were you treated by the host? Kindly. How were you treated by the host? Kindly. Наше следующее время Future Simple, простое будущее время, passive voice, страдательный залог. Сравнение действительного и страдательного залога. Формула для этого залога, страдательного залога в будущем простом времени, Future Simple. Какая? Глагол to be в будущем времени. Will be плюс participle to, как везде это не меняется во всех временах. Это третья форма глагола, и в колонке неправильных глаголов это третья колонка. Examples, примеры. I will explain the project the day after tomorrow. Я объясню этот проект послезавтра, the day after tomorrow. I will explain the project the day after tomorrow. Passive voice, future simple. The project will be explained by me the day after tomorrow. Проект будет объяснен послезавтра. The project will be explained by me the day after tomorrow. Next. Somebody will meet them at the bus station. Кто-то их встретит на автовокзале. They will be met at the bus station. Их встретят на автовокзале. They will be met at the bus station. Somebody will meet them at the bus station. They will be met at the bus station. Next. The Times will never publish a lie. Times, газета имеется в виду, никогда не опубликует ложь. Do you believe it? A lie will never be published by the Times. Ложь никогда не будет опубликована газетой Times. A lie will never be published by the Times. Next. My friends will visit me tomorrow. Мои друзья посетят меня завтра. I will be visited by my friends tomorrow. Меня посетят мои друзья завтра. My friends will visit me tomorrow. I will be visited by my friends tomorrow. Слева действительный залог, справа страдательный залог. Глагол to be, future simple, это will be. Плюс это правильный глагол, значит окончание ed. Visited. I will be visited by my friends tomorrow. Меня посетят, навестят мои друзья завтра. The last sentence. They will give the award to a famous actress. Они дадут награду известной актрисе. They will give the award to a famous actress. Passive voice. The award will be given to a famous actress. Награда будет вручена известной актрисе. The award will be given to a famous actress. The award will be given to a famous actress. Сейчас наше время Future Simple Passive Voice. Negative form. Отрицательная форма Future Simple простого будущего времени в страдательном залоге. Examples. The award won't be given to anyone. Награда никому не будет вручена. The award won't be given to anyone. The award won't be given to anyone. Next. New houses will not be built next month. В следующем месяце новые дома не будут строиться. Не будут строиться. New houses will not be built next month. New houses will not be built next month. Next. He won't be given a promotion. Ему не дадут повышение. Promotion, повышение. He won't be given a promotion. He won't be given a promotion. Next. She won't be offered a new project. Ей не предложат новый проект. She won't be offered a new project. She won't be offered a new project. Next. She will not be given a role in the new film. Ей не дадут роль в новом фильме. She will not be given a role in the new film. She will not be given a role in the new film. Next question. Will the test be written in this room?
Тест будут писать в этой комнате? Yes, it will. Will the test be written in this room? Yes, it will. Will the test be written in this room? Yes, it will. Next. Will these vegetables be grown at the North Pole? Эти овощи будут выращены на Северном полюсе? North Pole. The North Pole. Северный полюс. Will these vegetables be grown at the North Pole? No, they won't. Нет. Will he be given a driver's license? Yes, he will. Ему дадут водительские права? Yes, he will. Да. Will she be given a driver's license? No, she won't. Нет. Ей дадут водительские права? Нет. Наше следующее время – это время Present Progressive Passive Voice. Passive Voice – это страдательный залог, как вы уже успели узнать. И переходим к примерам. The bridge is being repaired. Мост ремонтирует. Имеется в виду, сейчас ремонтирует. Вот, когда мы с вами разговариваем, его ремонтируют. The bridge is being repaired. Lunch is being cooked. Lunch сейчас готовят. Lunch is being cooked. The police are being investigated the incident. Полиция сейчас рассматривает инцидент. The dishes are being washed. Тарелки, посуда сейчас не моется. The rooms are being painted. Стены не красят сейчас. These books are not being sold. Эти книги сейчас не продаются. These books are not being sold. Now question. Why aren't the books being sold at lower price? А почему книги не продаются сейчас по более низкой цене? It's not profitable. Невыгодно. Why aren't the books being sold at lower price? It's not profitable. Where is the test being written? Где пишут тест сейчас? In this room. Where is the test being written? In this room. Where are the skyscrapers being built? Где строятся сейчас небоскребы? Where are the skyscrapers being built? In this neighborhood. В этом районе. Where are the skyscrapers being built? In this neighborhood. Сейчас наше время past progressive passive voice. Переходим к примерам. The bridge was being repaired the whole autumn. Всю осень ремонтировался bridge. Мост. The bridge was being repaired the whole autumn. The rooms were being painted. Комнаты красили. Lunch wasn't being cooked at the time. В это время ланч не готовили. The police were not being investigated the incident. Полиция не рассматривала этот инцидент. The dishes weren't being washed. Тарелки, посуду не мыли. В такой-то период времени имеется в виду в прошлом. Why wasn't the book being sold at lower price? Почему эту книгу не продавали по более низкой цене? It wasn't profitable. Было невыгодно. Where was the test being written? Где писали тест? In that room. В той комнате. Where was the test being written? In that room. Where was the skyscrapers being built? А где строили небоскребы? In this neighborhood. Where was the skyscrapers being built? In this neighborhood. Сейчас наше время. Future Progressive Passive Voice. Examples. The project will be being approved in 2 days. Через 2 дня проект будет одобрен.
будет одабриваться скорее. The hotel will be being repaired next month. Отель будет ремонтироваться в следующем месяце. The medicine will be being approved next month. Это средство медицинское будет одобрено в следующем месяце. A scenario will be being written by me. Сценарий будет писаться мною. The project will not be in finished next month. Проект не будет закончен в следующем месяце. Не будет заканчиваться. Next video will not be downloaded tomorrow. Следующее видео не будет скачиваться завтра. Next video will not be downloaded tomorrow. Why won't the books be sold at lower price next week? The author is against it. Why won't the books be sold at lower price next week? The author is against it. Почему книги не будут продаваться по более низкой цене на следующей неделе? Автор против этого. Why will the skyscrapers be being built in this area? It's downtown. Почему небоскребы будут строиться в этом районе, in this area? It's downtown. Это центр города. Why will the skyscrapers be being built in this area? Почему строятся небоскребы? It's downtown, центр. Сейчас мы приступаем ко времени Present Perfect Passive Voice. Формула этого времени – глагол to be, как всегда. Глагол to be в Present Perfect. Какую форму будет иметь? Have been. А для третьего лица это уже будет has been. Третьего лица единственного числа имеется в виду. Has been. Плюс participle to. Participle to, давайте вспомним, не меняется. Во всех временах группа passive. Она остается неизменной. Now examples. А сейчас примеры. The award has been given to an unknown actress. Награду вручили неизвестной актрисе. The award has been given to an unknown actress. New houses have been built. Построили новые дома. Результат налицо. Новые дома, люди живут. He has been given a promotion. Ему дали повышение. Больше денег. She has been offered a new project. Ей предложили новый проект. Good. She has been given a role in the new film. Ей не дали роль в новом фильме. She hasn't been given a role in the new film. Question. Had the test been written in this room? Тест написан был. Написали в этой комнате? Yes, it has. Да. Have these vegetables been grown at the North Pole? Эти овощи вырастили на Северном полюсе? No, they haven't. Нет. Have these vegetables been grown at the North Pole? No, they haven't. Has he, she been given a driver's license? Ей вручили водительские права? Yes, he, she has. No, he or she hasn't. Has he been given a driver's license? Has she been given a driver's license? Yes, he has. No, he hasn't. Итак, мы переходим к следующему нашему времени Past Perfect Passive Voice. Формула этого времени – глагол to be, как всегда. Past Perfect, этот глагол to be, будет иметь форму had been во всех лицах и числах, плюс participle to. Participle to не меняется в пассиве. Она остается неизменной. Now examples. А сейчас примеры. The lunch had already been cooked. When kids came home. Когда дети пришли домой, ланч уже был приготовлен. The lunch had already been cooked when kids came home. The vase had just been broken when the earthquake happened. Когда разразилось землетрясение,
Вазу уже разбили. The vase had just been broken when the earthquake happened. The Browns had been invited to the theater. Браунов пригласили в театр. Имеется в виду семейство. The Browns had been invited to the theater. The agreement had been signed before I knew about it. Соглашение было подписано до того, как я узнал об этом. The agreement had been signed before I knew about it. He/she hadn't been asked many questions before the test. Его и ее не задавали много вопросов до теста. He/she hadn't been asked many questions before the test. Next. Why had this film been awarded? Почему этот фильм наградили? Was it interesting? Он интересный был. Why had this film been awarded? Why had the song been recorded? Почему эту песню записали? Why had the song Сейчас мы переходим к следующему времени. Это время Future Perfect Passive Voice. Страдательный залог во времени Future Perfect. Формула этого залога и этого времени Future Perfect Passive Voice – это глагол to be, как всегда. Во Future Perfect этот глагол to be будет иметь форму will have been плюс participle to. А теперь переходим к примерам. This book will have been read by him by the end of the month. Эта книга будет прочитана им к концу месяца. This book will have been read by him by the end of the month. Next. By the time we arrive, the game will have been finished. К тому времени, как мы прибудем, игра уже будет закончена. By the time we arrive, the game will have been finished. Next. The project will have been finished by next month. К концу следующего месяца проект будет закончен. The project will have been finished by next month. Next. She will not, won't have been given the present before Christmas. Ей не дадут подарок до Крисмаса, до Рождества. She won't have been given the present before Christmas. Next. Why will she be given presents before her birthday? Почему ей дадут подарки до ее дня рождения? Why will she be given presents before her birthday? Her parents are rich and caring. Ее родители богатые и заботливые, caring. What projects will be completed by the end of the month? All the projects. Какие проекты будут завершены к концу месяца? All the projects. Все проекты. What projects will be completed by the end of the month? All the projects. В английском языке существуют времена и глаголы, которые в страдательном залоге, в пассивном залоге, что то же самое, не употребляются. Какие же это времена? Это времена Present Perfect Continuous, или его еще называют Present Perfect Progressive, Past Perfect Continuous, или его еще называют Past Perfect Progressive, и еще время Future Perfect Continuous, или его еще называют Future Perfect Progressive. С какими же глаголами не употребляются? Какие глаголы не употребляются в пассивном залоге, в страдательном залоге? Это не переходные глаголы. Для примера, такие глаголы как agree – соглашаться, belong – принадлежать, disappear – исчезать, inquire – наводить справки, спрашивать, leave – жить, go – идти, appear – появляться, collapse – крушить, крушиться,
emerge – возникать, look – смотреть, remain – оставаться, respond – отвечать, rise – подниматься, sit – сидеть, sneeze – чихать, stand – стоять и vanish – исчезать. На этом мы заканчиваем страдательный залог во всех временах. Это видео. Good luck, удачи!